В Актобе в честь Дня защитников Отечества прошло шествие войск Актюбинского военного гарнизона. Солдаты прошагали по главным улицам города, собрав большое число зрителей. Мероприятие началось с прямой трансляции торжественного парада, проходившего в Астане. После состоялись показательные выступления строевой подготовки войск Актюбинского военного гарнизона, в которые входят подразделения Министерства обороны, МВД и пограничные войска. Также курсанты Актюбинского юридического института и военного института сил воздушной обороны. Параллельно с этим в самом институте прошел день открытых дверей в музее авиатехники. Здесь собраны настоящие боевые самолеты и вертолеты. Большинство стоит на вооружении у казахстанских военных. Таким образом, ими можно любоваться прямо под открытым небом. Около 5000 человек воспользовались такой возможностью.